понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. И страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. В общем-то, сделала, я убежден, глупость. Ну и показала, чего стоит на самом деле ее клятвенное заверение о защите свободы слова, доступа к информации и так далее.